Помните в школі великий каменяр? Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя, волю. Він не вмер, він ще живий. Теперь у Одессы есть свой великий каменяр. Пусть теперь нам Львов завидует черной завистью. Как написал Карл Маркс, переиначив, кстати, Гегеля, история приходит в виде трагедии, а повторяется в виде фарса. Разумеется, бессменным исполнителем одесского фарса выступил Алексей Алексеевич, ну, а сценой ему послужила привокзальная площадь. И вообще, светлый образ Алексея Алексеевича с кувалдой станет неотъемлемой приметой нашего времени. Как Ленин с бревном, как Сталин с трубкой, как Хрущев с кукурузой, как Леонид Ильич с очередным орденом. И когда вся старая Одесса будет продана, перепродана застройщикам и снесена вся к чертовой матери вместе с этими нелепыми памятниками Воронцова и Дерибаса, Алексей Алексеевич с кувалдой станет символом новой, проданной со всеми потрохами Одессы. Ах, Одесса, жемчужина у моря! Ах, Одесса! Ты знала много горя.